Привет, народ! У нас доброе утро, я уже проснулся. Василич все еще пока в Кунге собирается. Вот народ собирается на работу. Звук внутри просто адский. Народ поехал, пожелаем удачи. Счастливо. Все. Все. Комфорт. Все. Аркадий помотал нам руками. Поехали спасать Четру. Чебоксарский вездеход, который увяз в болоте. Смотрите, Олежки пришли. Вожак идет. Вот встал. Вот, а у нас утренние мационы. Сейчас будут мационы. И мы поедем домой. Герасим, мы поедем домой в конце концов. Да. Мы уже 14 дней, неизвестно где. Да. Неизвестно как и неизвестно зачем. О, вот он что идет сюда. Это Василий. Ой, это старые какие-то эти старинные слова. Вот самый смелый пришел. Такие ребята люди. Это олень домашний. А домашний? Это животное домашнее считается. Да? На них ни разрешения не надо, на содержание, ничего. То есть это домашнее животное. Ух. Кому-то малинка подсадил, они говорят, могут это. Запах не понравится, может тебе это. Боднуть? Ну мало чего. Я решу. А, вас потащил. Твои подмышки все подписчики уже видели. Конечно. Что-то какое-то. Кустистый. Вырезай. Не, такие моменты оставлять надо, что. Василий коренной сам. Вот он. Подзывает их. Кормит, да. А как часто ты их кормишь? Как часто кормишь? Ну, каждый день? Это же лакомство. Да, это же они по чуть-чуть кушают, да? А так в основном они мух там добывают себе. Ягоды, траву. Угу. Березу кушают, да? Все, вот лакомство закончилось. Жопки показали и ушли. Такие жопы. А, грибов нету. Они же любят грибы. Они наедаются на них, да? Накапливают, да. Ну что ж, друзья, подходит к концу наш завтрак. Второй. Второй завтрак. Да. Кушаем мы тут
шурпу, плов, вчерашний салат. Да. Икра кончилась. Сик тоже. Остались одни тундровые продукты. Михаил Юрьевич. Утреннее употребление шурпы. Да, чтобы на весь день. Питание у нас одноразовое. Только в понедельник. Нет, один раз в день. Утром. Плотно наедаемся, до вечера фигарим. Да нет, шучу. У нас еще и обеды, и ужины. На обед у нас сегодня по плану пельмешки из косули. Короче, доедаем остатки былой роскоши. Но еще дней 5 продержимся. Больше? А, ну с куропатками больше. Патроны пока есть. Удочки есть. Спиннинги есть. Удочки есть. Как показала практика, куропатки по ночам ловятся в комнате. Ну, если поедете. Вот, ребятки. Иду на озеро по хознуждам. Носков взял на недельку всего. Не хватает. Надо стирать. Красиво здесь, но тоже какая-то гадость цветет или отцветает, или фиг знает, что делает. Короче, у меня сопли, слюни опять. О, Олежки гуляли. Так, найти камушек модный. А вон он есть. Как раз постирочный камень есть. Вот, ребят, здесь у Аркаши с Васи мотор, ветерок 8. На рыбалку они с ним ездят. У меня был тогда когда-то такой мотор. Вода цветет, нифига себе. Нифига себе. Ребята, вода цветет. Что ж надо. Как я буду носки стирать? В цветущей воде. Ай-яй-яй. Нет, ладно, пойду. Еще. Вон, до лодки, может, дойду. Ветер сюда и всю грязь сюда к берегу и подмыло. Неси меня, олень, в мою страну оленью. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Тянется. Ну, почти. О, блин. Нифига здесь потоп. Здесь, ребятки, потоп. О, какая кис-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ты какой красивый. Ты какой красивый. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Самский кот. Рысь. Да не бойся ты, ну не бойся ты, ну не бойся. Ну не бойся ты. Ну не бойся. Кс-кс-кс-кс-кс. Ага, увидел, что у меня ничего нету и все. Не хочет подходить. Ну и ладно. Вон наши собираются. Собираются, собираются. Малыш. Oh, no.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Василий подкармливает комбикормом. Это для них лакомство. Каждый день их так кормят. Утром, вечером. Сегодня у них ездят. Красавчик. А от гнуса убежали, да? Ну и с Василием попрощаемся. Пока. Василий, с какого года ты здесь живешь? 74-го года, да? А какого года рождения ты? 55-го. Итак, вот 74-го и не уезжаешь, да? Кроме армии, школы, армия, школа, ПТУ и все здесь все время, да? Все время живешь. Понятно. Вот такой вот у нас северный человек, самоделишный, ребят. И всю жизнь с оленями, да? Да, с ними. Охота, рыбалка там. Ну, сейчас уже не охотишься, наверное, да? Нет. Охота, какая охота, рыбалка так покушать чисто, да? Да. Для себя уже. Вот. Ясно. А так вот здесь сторожишь, короче. Это сейчас работал, а раньше работал. Раньше работал. Да. Ну, сейчас ты уже заслуженный пенсионер, наверное, да? Уже на пенсии. Сколько тебе сейчас? 52? 62. 62. Вот так, ребят. Ну, жизнь здесь нелегкая. Скажем так, это сейчас солнышко хорошо. Ну, всякая погода. Да. Зимой. Да, раньше на оленях ездили. Сейчас техника. Ну, ты нет, все равно на оленях-то ездишь? Все ездят. Все ездят, да, у вас? То есть вездеход хорошо, а оленя лучше. Получается почти так, да. Но потом-то будет мораль лучше, чем олень. Ну да, ну да. А сейчас на оленя? Сейчас нет, попозже. Попозже, то есть вы по такой тундре тоже ездите? А вот они сами. А, вот на этих санях прям и запрягаете, и то есть им снег не нужен просто вот по ягелю, да? Они бегут так, человек Василий тут еще подрабатывать может, вездеходы из болот доставать. Вот так, ребят, есть еще Аркадий, вот они вместе живут с Аркашей здесь. Ну, Аркаша уехал, вот вчера вездеходчики были, которые, они поехали вездеход доставать, а Аркадий уехал показывать им дорогу. Да, я вот доехать от своего вездехода, дорогу покажу. Ну и с Василием попрощаемся. Пока. Михаил, пока! Михаил! Михаилу здесь настолько понравилось, что он решил остаться жить. До следующей зимы мы тебя заберем обязательно. Будем присылать томаты, Михаил. И пасты. Все, ребятки, вот тут вот мы находимся, а сейчас у нас дорога пойдет вот. Вот так вот. Через вот эти вот жопки. Все, ребята, поехали мы. Надеемся сегодня добраться до Ломозера. Ну или хотя бы к нему приблизиться, уже будет нормальная связь.
мы сможем вам хоть что-то уже рассказать, показать. А показать есть чего? Показать есть чего у нас, да. Вот сани, с которыми ездят на оленях мужики. Разнородные дарты. По моху прям гоняют. 5 оленей одного человека тащит. Ну что-то мы разогнались до неприличия просто. Это скорость. Представляешь, сколько суток бы мы сэкономили, если бы здесь поехали. Но тогда бы не показали того Кольского, который мы видели. Нет, ну, мы просто поехали же по дороге. Приветствую. У нас есть, во-первых, посылка. Так, посылку. Привезли мы сюда, ребят, посылочку. Вася с Аркашей перед вами. Ты какая красивая, ты какая красивая, ты лиса красивая. Ты лиса красивая, ты лиса красивая. Вот, ребятки, такой поселочек. Переломочка вот такая. Что тут у нее стоит? Бурановский мотор стоит. Вроде Бурановский, не видно мне отсюда. Или нет, Лифан, скорее всего, какой-то. Вариаторы. Вариатор стоит. И вот, ну, достаточно такая приличная машинка. Ободрыши. Колеса. Да, Лифанчик стоит. Лифан стоит. 24 лошадки. Такой еще приличный, бодрый вездеход. Глушитель под крыло выходит.
фаркоп даже есть. Вот так вот. А что там? Ну, сиденье. Сиденья такие. Модные. Такое вот стойбище. Ой, ты лиса. Ой, ты лиса какая. Иди сюда. Иди, иди сюда. Иди, не бойся. Ну, не бойся. Ай, хорош, хорош. Ну, я поглажу, не бойся. Масло есть у нас, да. Ай, потихо. Ты, блин, как тебе залить? А есть у тебя почти масло сделать? Я думаю, найду. А хоть начатое, ничего. Нам в школу дня 4-5 дней. Течет солярка в трубку. У моторку. Комары в июле начали летать. Тут снегу еще в июне вот так ходили по крышам. Внизу снегу не было. Лица так вообще в июле как-то открылись. Значит, два. Юканги, что ли? Да. Были там, да. Случайно. Все по ведру, да? По два. Запас берите. Ну, запас-то у нас есть, на всякий случай мы так по два ведра зальем. Не с Москвы. Москвы сам? Ну, техника тоже, да. Такая же почти. С прицепами они были, да? С одним прицепом. Один за шерпом был прицеп, да? Ну, он был с большим. Ну вот, Сергей, знают тебя везде, где мы проходим, везде, говорят, были, ломались. С прицепом бы мы не проехали. Там, где вы с прицепом были, мы бы там не проехали, ёлки-то. Вернее, вы бы там, где мы ехали, с прицепом не прошли бы. Там, конечно, была у нас жопь и топь. И каменятник. С туалет и вот эти камни торчали. С полдома с дома. Хватает камней. Да. Ненавижу камни. Причем ты идешь, как это? Ну. Лабиринтом. Все, ребят, мы дозаправили сейчас, дозаправим вторую машину и в путь. Ребят, ехали, мы ехали. А тут у нас чье-то жилище. Чье-то жилище. Оттуда на нас смотрит кто? Никто. Иди. Никто от нас туда не смотрит. На нас глаз не видно. Ходов много. Парадный вход. Не, это подкоп. Ну какая-то очень большая нора. Вот такой у них холм-коттедж.
Вольга, мы нашли себе дорожные плюшки. На гриле делаем лепешки с сыром, с колбасой на день. И хомячих потом так. Удобно и вкусно. Главное быстро. Да, и быстро. Вот пружины, никому не надо пружины. Мы можем скинуть точку. Ребят, мы подъехали к таверне у Яшки. Интересно, что тут у Яшки есть? В этой таверне. Что в этой таверне есть, да? Есть ли тут Яшка? Возьми фонарик, Миша. Вот так выглядит таверна изнутри. На 12 персон. Сорноски. Натертые до блеска кровати. Да, ничего тут нормально у Яшки тут. Игорь, они как будто лаком покрыты. Ну, полирован. Свет вот даже можно включить. 12 вольт аккумулятор он там стоял. Графин есть. Царский. Стопки. Все для культурного времени. Все есть. Молока бутылка стоит у нас. Кто-то оставил. Вот 2, 08, 17, 09, 17. На 100 года давно стоит. Вот так. Чего? Головной убор я. Все, поехали. Все, ребят, появилась связь у нас. И пропала. Да, и пропала. Вот это почти как на таймере. Так, ребятки, у нас совместилась охота с рыбалкой. Вот тут где-то куропаток куча бегает. Мы штук 5 видели. А у нас вот тут, наверное, щука живет. Так что мы сейчас будем ловить. Тихо. Тихо, Михайлович. Я сама спокойно, тихо. Блесну раньше. Раньше я тебе не дам все равно. Да? А, да. Классно я придумал. Да. Ну, ух ты. Ну-ка, сейчас будет точный выстрел. Ну и одеваться не во что. Нет, надо собачек. Крутинку повесить.
Так, ребятки, пробуем, вдруг рыба клюнется. Опа, блин, поклевка прямо здесь под носом. Есть, бьет, атакует. Было, ребят, пару атак было. Без термоцела тут тоска. Меня жрать начинают. Щучка есть, но так, не сказать, чтобы она прям жадно хватала. Может, моя блесна ей не очень нравится. Буся, барбуся. Ух, распугали нам щук. Миша! Поехали! Все, ребятки, у нас рыбалка закончилась. Так же, как охота. Да, внезапно. Так же, как и охота внезапно. Безрезультатно. Да. Рыбы остались в воде, куропатки в своей в не воде. Не в воде, да. В общем, вот. Ой-ой-ой-ой-ой. От всей этой истории выиграли комары. Да, пожрали нас вкусно. Ну ничего, мы чуть-чуть хоть покидали. Да. У нас, правда, блюсер не зацепляек нету, нифига. У меня из-за головки не зацепляет. Все, господа, рыбалка у нас закончилась. Мишка забыл подсак. Искал его, таскал и протаскал. Ну, тому, этому подсаку, честно говоря, туда и дорога. Мы, наконец-то, новый купим, нормальный. Этот был дюже бестолковый. Тряпочный. Так, господа, уже ночь, мы все еще едем, но у нас уже почти есть связь, сейчас будем ее ловить, пробовать. Ну и встали на дозаправку, будем заправляться топливом. Все, ребятки, состоялся первый сеанс связи. Я отправил первую фотографию в Инстаграм. Так что подписывайтесь, кому интересно. Там и фотографии будут свежие, и видео с дороги какие-то и прочее. Надо страховать меня, потому что я в ручье тут начал разворачиваться. Назад попробуем. Старака. Сюда подъедем. Сейчас давай я тебя это самое вперед еду.
Тогда спереди надо, чтобы... Вот так, ребят, загадывать. Короче, у нас вывалился жгут, а вторая машина раскорячилась в ручье. Неправильно поехала. Начала разворачиваться, уперлась задом в берег. Ручей пустой. Сейчас поедем ее страховать, за морду тянуть. Потому что она вертикально практически встала. Стоят, ждут нас. А у нас жгут вывалился в колее. Так, ну вот, ребят, сейчас будем вынимать вездеход. Стоит он на критических. Так, мне бы самому тут не вляпаться. Все пошло, пошло. Ну, все нормально. Выкатились. Уже не харился. Никого. Вот, ребятки, ехали мы, ехали. Его встречали вот такой вездеход. Говорят, ночью никто не ездит, говорят, только сумасшедшие. Ну, что же делать? Мы сумасшедшие, значит. Поедем, в общем, дальше. Счастливо. Вот, ребята, ночью, оказывается, здесь не ездят. А мы едем. Ночью у нас, говорит, все спят. Александр сказал. Мы все ночью спим. Немножко вам, ребят, ночной дороги покажем. Болот. Шерпы в тумане. Туманец такой небольшой. Вода не пробивает туман. Вода яркая.
Великая переправа через реку Воронья. Ночью 500 метров до того берега. Плыть надо на Луну где-то. Непонятно, что с течением. Мы уже плывем, а? Вы когда-нибудь плавали в молоке так, как мы? Идут, как говорится, по приборам. Приборы безбожно врут, по крайней мере, направление. А куда-то мы идем. Надо выйти вот в эту точку. Это зимняя переправа, ребят. Поэтому... Поэтому стрёмно очень что-то. Капитан, мы идем на рифы. О, бесстрашные ковбои. Вытворят. Понятно, зачем так низко будет? Столкновение будет сейчас. До берега 100 метров. Непонятно. Они
нет, смотри, камни. Ребята уже сиганули далеко. Нам нужно забраться на бугор. Так, все, ребят, мы переправились. До базы уже у нас не будет видео, наверное. Потому что нету флешек свободных. Все, амба. Будет, если что интересное, супер интересное, я вам сниму на телефон. Пока мы выключаемся. Ну вот, ребят, всего 5:30 утра. И мы на дороге общего пользования. Ура! Ура! Короче, после переправы что произошло? Мы переправились. Оказалось, что переправились по зимней переправе. Почему я это все не показывал? У меня закончились флешки тупо. Второй комплект я переписываю на жесткий диск. И второй комплект заканчивается. Сейчас вот переписал флешечку быстро, пока занимаюсь. И показываю вам, рассказываю. Значит, мы поехали на болото. Чертиков собачьих там потыкались, помыкались, поняли, что дорога нет. Потому что это зимнее болото, оно сейчас в летнем состоянии жидком. Торфяное такое хорошее. Развернулись, поехали по реке, вдоль берега прямо. Потом вышли в чек какие-то мелиорационные, короче, работы проводятся. Осушаются для чего-то болото. Кстати, Жукова гора, спасибо за лебедку. И она не должна быть молочной, как я раньше думал. Вот, выехали из этих чеков. Едем, нам осталось уже всего ничего. Слушай, народ, мы счастливы, мы рады до самой души, что мы наконец-то движемся. Да. Движемся домой. Выпустил нас из своей церкви клав бездорожья. На прощание дал нам шампан такой, пинг, чего там, пацаны. Я уже почти 17 часов за рулем. Без пехота еду. Капец. Человечество. Человечество, мы закольцевали маршрут. Мы приехали в точку А, из которой мы отстартовали. У нас была АБА. Вот. АБА. А вот надо была точка А, была точка Б. В точке Б мы были, из точки А снова в точку А вернулись. Вот. Вернулись мы в нее в 5 часов утра. Жутко хочется есть, но еще сильнее хочется спать. Поэтому мы будем спать, народ. Все. Завтра вам все расскажем. Всем спокойного утра уже у нас. Все. Всем пока. Даже еще дубли я не записал. Ну ладно. А я так вообще не устал. Я сегодня 17 часов за рулем и 20 как уже на ногах. Капец, 6 утра. Я так уснул. Хотел вам показать и уснул. Глаза закрыл, вернулся.